Как работает универсальный компрессор Black & Decker. В данном случае я хочу проверить и увеличить или выставить для норматива давление в гидроаккумуляторе. Для этого мы заводим наш компрессор. Кстати, обращаю ваше внимание, не знаю, это случайность или нет, у меня еще до начала эксплуатации вылетела ножка. Вот такая вот. Она резиновая, вроде бы как никакой проблемы нету ставить, но вылетела. Готовим наш гидроаккумулятор, подсоединяем компрессор к заводнику, он сразу же показывает давление. Чтобы это давление... подняли на 0,1 атмосферы. Чтобы его уменьшить, соответственно, мы просто в заводнике открываем стал 1,55.